Я Маша Ефросинина, и я уже 7 сутки пытаюсь понять, от чего меня спасают российские воины, российские солдаты, российские наемники и постоянно поступающие сюда армии новых солдат. Я все думаю, от чего меня спасают. Если нужно бомбить Харьков, в котором самая большая площадь в Европе сегодня уничтожена. От чего нужно бомбить детские дома, онкологические клиники, муниципальные здания, выжигать частные секторы, полностью выжигать маленькие городишки. Ради спасения от чего вы это делаете? В подземных переходах лежат грудные дети, в антисанитарии, в холоде и в голоде. Под завалами от бомб сидят десятки и сотни людей. Им не могут из-за перекрытых блокпостов, из-за гор техники и взорванных домов доставить даже воду. И сегодня я поняла. Спасибо вам большое, русский народ, за то, что вы спасли нас навсегда от эгоизма, от равнодушия, от внутренних обид друг на друга, от измен, от разных эмоций, которые испытывают люди внутри каждой страны, бытовых, рутинных и профессиональных. Вы спасли нас от этого нахрен навсегда. Сегодня каждый человек в нашей стране держится за руки, помогает друг другу, отдает последнее, ютит в ночлежках, отдает свои дома, одежду, воду, питье, еду, все друг другу. Сегодня внутри Украины ни у кого нет ни одного недруга. Сегодня мы самая сплоченная нация на всей, сука, этой планете, которая с одной стороны просто на нас смотрит или аплодирует, а с другой нещадно нас убивает и предает. Мы уже самая сильная держава на земле. Слава Украине, слава президенту и слава нашей армии. А сейчас я хочу обратиться к вам, людям, которые смотрят это обращение. Про спасение нашей нации я вам выше изложила. А теперь я хочу предложить вам спасти самих себя. Пока. Освободительная спецоперация, которую затеял человек с выгнившим мозгом, продолжается в моей стране. И каждый день над каждым домом висит угроза смерти. Я предлагаю вам подумать о вашем собственном освобождении. Вашему правительству вы не нужны. Не нужны. Оно всячески это продемонстрировано. Посмотрите, в какой ситуации оказались вы. Что происходит с людьми в вашей стране? Какой страх воцарился теперь в каждом доме? Как вымерло все вокруг? Вы не нужны людям, которые сошли с ума, которые не любят людей, а живут только для себя. Вас выбросили на помойку нищеты, обездоленности, внутренних гражданских потасовок, ненависти друг к другу, ненависти к вашему народу. Ваш правитель сделал так, что вас проклинает весь мир за то, в чем вы лично не виноваты. Ваших детей избивают в иностранных школах, ваших туристов растерзывают в отелях. Мы все это знаем, и я вам не завидую. Я единственное не могу понять, почему вы бездействуете, делая себя соучастниками этого страшного террора в 21 веке, террора, которого не знало ни одно столетие. Почему вы молчите? Вы не нужны ему нахрен, никто, ни один. У нас расстреливаются мирные жители, людей расстреливают в упор, в упор. В упор людей, семьи, детей в упор расстреливают из автоматов. А вам рассказывают на ваших телеэкранах, что ваши трупы, трупы ваших ребят, ваших солдат, даже не собираются забирать земель Украины, потому что их так много, что не приведи Господь, вы увидите, что их тут не встретили с цветами, как вам высирают в ваши мозги, в ваши телеэкраны. А высер про то, что мы здесь все страшно рады вам. Вам не стыдно смотреть?
У вас заблокирован даже сайт поиска погибших. Настолько цинично, цинично у вас относятся к жизни людей. Мальчишки, которые сдаются в плен, им 18-20 лет. От Камчатки и Бурятии они с испуганными глазами. Да, сухопутно пустили мясо. С неба нас бомбят страшные звери. Это война без правил. Без правил бомбежки по ночам с неба, когда невозможно отстреляться. Вас все это ждет. Вас все это ждет. Выходите на улицы.